Всем привет, дорогие друзья и подписчики канала Rus Game Tactics. С вами на волне снова Александр Плав, и сегодня мы начинаем прохождение игры Rage. Поехали! Так, нанотрит они активировали. О май гад. Удаленный радар отключен. Где мы находимся? Мы находимся в склепе фараонов. Диагностика. Черт, внешние герметичные затворы разблокированы. Безопасный выход. Подтверждение. Затвор на двери разблокирован. Так, разблокирован затвор на двери. Воспроизведение записанной информации. Давайте смотреть. Что здесь? Говорит президент. Нам оставили. Вы, добровольцы Ковчега, наша последняя надежда, наша жизнь. В ваших руках судьба человечества. Никто не знает, что ждет вас после пробуждения. Но помните, что только вы и то, что лежит в Ковчегах, в силах предотвратить гибель мира. Мы молимся за вас. Удачи. Удачи. Так, конец, а что же здесь? Записи. Что же здесь в этих ковчегах-то интересно? Так, что, больше никак нельзя? Ничего здесь сделать с этим компьютером? Да, ладно, тогда выходим. А, свет, свет! А, уберите! Оу, смотрите, какое гигантское сооружение. Недостроенное. Не знаю, что-то похоже внешне. Ну, слегка на плотину какую-то, да? Вот, но, скорее всего, это не то. Хотя черт его знает. Возможно, и то. Так, ладно. Спускаемся вниз. Так, здесь... Ой, слышали, камни какие-то падают где-то. Ладно, тогда давайте в эту сторону. Вот так вот с ними. Кто стреляет? Покажись. Иди сюда! Эй, ты! Эй! Ох, какие перчатки голубенькие, классные. Давайте побыстрее к нему. Здесь опасно, залезай. Залезай. Залазим. Знаю, у тебя есть вопросы, но нам надо шевелиться. Ну давай, шевелись, зеленые глаза. Они-то тут повсюду. Пора валить.
Так, ну и чё? Я Дэн Хагар, а твое имя, сукин сын, должно быть везунчик. Сам ты сукин сын, а меня не сукин ты сын слыхал, зовут. Ты слыхал, что за людей из ковчегов правительство дает кучу бабла? Так, а я из ковчега. Что? Мне дадут ты куча бабла? Ты не знаешь ничего о правительстве. Короче, я смотрю, ты вообще ни хрена не знаешь. Добро пожаловать в будущее. Сынок, забыл добавить. Ой, смотрите, какая штука полетела. На каком принципе она летит вообще? Я даже струи из сопла не вижу никакой. Там просто какой-то пропеллер еле-еле крутится. Держись, бандиты! Так, держусь. Где бандиты? А, вон. Смотрите, группа какая-то. Так, притормаживаем. Так, что он там сигнализирует? А, он сигнализировал что-то вот этой машине. Они, наверное, сейчас подъедут, проверят, что здесь происходит. Наверное, так. Смотрите, шипы у них на колесах. Вообще вся машина в шипах. Они вроде пронесло. А, кстати, он был прав насчет костюма. Черт, теперь у нас проблемы. У меня же, наверное, голубой костюм. Я же с ковчега, типа. Странно, а что они тогда меня не заметили, что ли? Там кто-то на коленях стоял. Думаю, вы это тоже заметили. Домой. Узнав, что я сделал, они придут за мной. Вопрос, зачем ты это сделал? У меня есть план, как вытащить нас из этой дыры. Нет, действительно, если как бы у него проблемы какие-то из-за меня, то зачем он меня спасал? Вот это вот интересно. Так, мы прибыли на автозаправочную станцию, заброшенную какую-то. Вот здесь, наверное, нас ждут. О, смотрите, робокоп какой-то у них тут. А, нет, этот человек. Так, вот здесь раз, два человека. Один там на балконе стоял. Так, и заезжаем в гараж. Так. Покерфейс просто у мужика. Нужно поговорить. Вылазь из баги. С удовольствием. Сеньор Помидор. Так, вот мне, кстати, тоже бы снопал такая не помешала. Где он ее взял? Так, управлять пока нельзя. А, ну и гараж закрыть, собственно. Так, Дэн Хагар. Давайте-ка. Ой, вот давайте туда дальше пройдем, посмотрим, что здесь. Здесь ничего интересного, только экскременты в мойке и толчок. Канистра какая-то здесь. Так, ну давай, слушай, рассказывай. Спасая тебя, я сильно рискую. Не только своей шкурой, но жизнью всех наших. Я не искал себе проблем, поэтому выжил. А ты уже проблема. Да ты что? Ну-ка давайте ему скажем что-нибудь. Вот что нужно сделать. Иди к бандитам и убей их. Все просто, не так ли? Чтобы никого не осталось, кроме тебя. Возьми один из моих вездеходов в гараже и еще ту пушку и боеприпасы со стола. Да, спасибо, на хлеб не намажешь. Вернешься живым, я дам тебе броню, прикроешь свой костюм из ковчега. Ну как, идет? Да идет, отказаться-то тут грех. Окей. Идиот еще. Эти бандиты — легкая добыча. Для тебя. Вы, люди из ковчегов, какие-то особенные. Хм. Найди их логово и реши проблему. Выбор за тобой, они не отступятся. Нормальная пушечка. Так, кассу грабить можно, нет? Так, он мне, по-моему, сказал про вездеход что-то, да? Так, открыть досье. Ладно, сейчас это досье откроем.